Выбери любого парня себе в этом зале. Как вас зовут? А мы тебе уже все выбрали. Давай, вот так вот посмотри в зал и выбери себе девочку. Вот, есть. А теперь попросим то же самое сделать Александра. Эй, как он себя шлепает, посмотри. Егор и Лина. Тебе участвовать во всех конкурсах. Еще одна девочка. Оля и Света. И Олежка. Девчонки, в общем, у нас очень простой конкурс. Ложитесь, коллегу. Да, представьте себе, что Олежка это ваш мишка, с которым вы спите каждую ночь. Хороший. Это уже ближе к теме. Мы, конечно же, не оставляем вас без подарков. И Оля и Олег получают сегодня призы. Не светит путь. Скажи, что все эти встречи залетают.